Привет, дорогие друзья! Я уже во Львове, я поселилась в шикарной гостинице. Сейчас я зайду в номер, покажу вам, как там все устроено. А Львов меня встретил солнцем и просто прекрасным настроением. Я очень довольна, я уже накрасилась, сделала прическу. Кстати, как я это делала, я сняла. Обязательно это будет в одном из моих выпусков. Такая шикарная, шикарная погода. Я зарядилась шикарным вдохновением, настроением. И 96 человек ждет меня сегодня на сцене. Будет мастер-класс, три образа. Так что буду рада всех видеть мастеров. Мы уже идем на место проведения мастер-класса. У меня очень большая сумка, поэтому мне помогают ее нести. Покажу вам тоже кусочек мероприятия. Побывайте со мной на сцене рядышком. Мы зашли в выставочный центр. Да, это выставочный центр называется. Вот один из организаторов, познакомьтесь. Мне дали вот такой бейджик, чтобы меня пропустили. Сейчас меня потеряют, и 96 человек приедут в Киев меня бить. Здесь я буду готовить модели, сейчас принесут дипломы, 96 подписей, надо поставить одинаковых, да? А то у меня все подписи разные, как и мои прически. Сейчас будем подписывать. Ребята, мне принесли дипломы, посмотрите, какая это стопка. Я так много еще подписей не ставила. Ну что, буду сейчас тренироваться. Я подготовила всех моделей, мы сейчас идем на сцену. Я так поняла, что там никого нет еще. А, они все кушают. Здравствуйте. Первый спикер ушел. И теперь моя очередь. Вот такой огромный шикарный зал. Сейчас он будет наполнен мастерами, желающими получить новые знания и вдохновение. Так что покажу вам еще. В принципе, я думаю, что из организационных вопросов все. Давайте сейчас поприветствуем нашу классика Ольга Дмитриев. Второй образ, это у нас свадебная прическа. Ребят, вам понравилось? Да. Да, только что они веселее говорили. И еще у нас один образ. Вон как нас много. О, красотка. Третья прическа. Мы уже вручаем дипломы. Такая красоточка у меня. Кучак, Алина. Лизвина, Лена. Передайте. Уже прошел мастер-класс, демонстрационная часть. Сейчас мы будем отрабатывать. Первая отработка готова. Мастер Мария. Покажите, пожалуйста, нам красивую греческую форму. Не спешите. Посмотрите, какая красота. Вообще умничка, молодец. Еще одна работа мастера готова. Посмотрите, какая красота. Шикарная отработка. Еще одна отработка ученицы. Смотрите, какая греческая форма у нас. Есть над чем работать, да? Идите ко мне, вы куда убежали? Вам понравился мастер-класс? Да, понравился? А что больше тут понравилось в мастер-классе? Крылышки. Крылышки, мои фирменные вкусные, да. Крылышки, да? Вот красивая текстура получается, жидкий, да? Лак. И можно использовать и высокий пучок, и низкий, и локоны, как угодно. Применять во всех случаях. Придете еще на мастер-класс? Да, обязательно. Обязательно? Удачи вам. И вы придете. Готова еще одна супер отработка. Я здесь помогала. Но мастер начального уровня, ну, молодец. Вы себе зафиксировали на видео, да. Будете ночью повторять. Зашпилять. Зашпиливать. Ну, иногда получалось, иногда нет. Ну, молодец. Это достаточно сложная форма для начинающего уровня. Поэтому умничка. Что понравилось из мастер-класса больше всего? Вот что впечатлило, если что-то впечатлило. Крылышки. Крылышки. Всех крылышки мои вкусные впечатляют. Хорошо. Приходите еще на мастер-класс и отрабатывайте. Рада была знакомству. А мы продолжаем отрабатывать. У нас сколько еще осталось? 5 минут. 5 минут до конца, и все мы должны успеть. Буквально все на финишной
прямой. Еще одна отработка, греческая форма. Замрите, смотрите, какая красота. Молодец, практически без меня делала. Вам понравилось? Да. Да, вам понравилось? Очень мне понравилось, спасибо. А что вам из мастер-класса понравилось больше всего? Что-то впечатлило? Пучок. Греческая коса, пучок. Пучок даже гарный. Пучок даже гарный. Будете клиентам предлагать? Известно. Отлично. Хорошо, приходите еще на мастер-класс. Еще одна отработка красавицы нашей модель. Посмотрите, какая красота. Даже на темных волосах, на черных смотрится очень красиво. И мастер, вы довольны своей? Очень. На первый раз довольна, но надо еще работать, да. Что понравилось из мастер-класса больше всего? Что впечатлило? Греческое, ребрышки, да? И низкий пучок, да. И низкий пучок, да? Вот что он такой воздушный. Вот это сама текстура, воздушность. Будете клиентам предлагать? А как же. Обязательно. Хорошо, приходите еще на мастер-класс. Спасибо большое, обязательно. Пожалуйста. Спасибо. Еще буквально 4 модели остались. Девочки, мальчики, мастера, пишите, какая отработка вам понравилась больше всего на мастер-классе во Львове. Прямо в комментариях пишите, мне очень интересно. Будем голосовать. Вот замечательный организатор Марина, спасибо огромное, просто превосходно встретили. Спасибо. Я очень рада, я с удовольствием приеду еще раз. Взаимно, мы будем рады вас видеть тоже на наших мастер-классах и дальше. Спасибо большое, вам большое. Спасибо. Еще одна супер отработка. С какого вы салона, студия? Как студия Мисс Принцесс. Студия Мисс Принцесс. Девочки во Львове, все бежим в студию Мисс Принцесс. Посмотрите, как они круто отрабатывают. Тут просто целая команда. Посмотрите, какая шикарная форма. Еще одна шикарная отработка, это мастер и греческая форма, вот такая вот, красивая даже на темных волосах. Еще одна супер просто отработка, покажите, пожалуйста, нам свою супер прическу, это просто очень красиво, а лицом, посмотрите, какая она красотка вообще. Вот мастер. А вы сказали, нет, это не вы сказали, вы скромные. Да. А сказали, что вы занимали какие-то призовые места, где это было? Да, ну це було в Києві, ну, майже по Україні. А какие номинации? Багато перших місць, але є другі, треті, не повистовані як-то. Здорово. Що вам понравилось більше всього з майстер-класу? Мені найбільше, насправді, все сподобалося. Форми, текстури, особливо ваші фірмові. Фішки? Да, фішки. Всім нравятся мої фішки. Да. Ви прийдете ще на майстер-клас? Обов'язково, з нетерпінням чекаю вже наступного разу. Ми спасибо вже, перші списку. Була рада з вами познайомитися. І остання наша супер просто красавиця. Покрутіться, пожалуйста. Смотрите, як це круто. Вообще бомба, отработка, мне очень нравится. Молодец, мастер, вот мастер. А расскажите, вы довольны своей отработкой? Да. Она довольна. Что из мастер-класса зацепило? Ребрышки. Ребрышки зацепили. Крылышки и ребрышки. Крылышки, текстура, да? Вам понравилась прическа ваша? Дуже. Класс. Это вы тоже из этой студии, да? Все, девочки, теперь мы знаем, где бежать во Львове за красотой. Приходите до нас. Да, приходите к ним. Приходите. Мы с 4-й ранку. С 4 утра работаем. Приходите еще на мастер-класс, и буду рада вас видеть. Молодцы. Я уже на вокзале. Сейчас приедет мой поезд. Туманно и прохладно. Ну, говорят, что днем будет очень тепло. Вчера весь вечер и все утро, сегодня, всю ночь мне пишут, отмечают меня на фотографиях, что мне безумно приятно. Вообще, девочки-мастера из Львова меня порадовали. Вы так хотите стать лучше, вы так хотите что-то новое для своих клиентов показать. Это очень здорово. Вы молодцы, умнички.